что за дом такой? Погружен во мрак. На семи лихих продуманных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Ох, устать я устал, а что так распряг? Эй, живой, кто-нибудь, выходи, помоги. А в ответ только тень промелькнула в сенях, да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишка каждый третий враг. Смотрят скулу, гость непрошенный, образа в углу и те перекошены. И затеялся странный чудной разговор. Кто-то песню стонал и гармошку терзал, и припадочный малый придурок и вор мне тайком из-под скатерти нож показал. Тот видит мне, что за дом такой, почему во тьме, как барак чумной, свет лампад погас, воздух вылился, а лежить у вас разучились я. Двери настежь у вас, а душа заперти. Кто хозяином здесь напоил бы вином, а в ответ мне, видать, ты был долго в пути, и людей позабыл, мы давно так живем. Траву кушаем, век нащавили, скисли душами, опрощавили, а еще вином много тешились, разоряли дом, дрались, вешались. Я лошадок загнал, от волков убежал. Укажите мне место, какое искал. Укажите мне край, где светло от лампад, где поют, а не стонут, где пол не богат. О таких домах не слыхали мы. Долго жить в потьмах привыкали мы. Испокону мы в сне и в шепоте, под иконами в черной копоти. Смрада, где козы висят образа, я башку очертя шел, забросив шикну, куда ноги несли и глядели глаза, и где люди живут, и как люди живут. Сколько капало, сколько схлынуло, и кидало меня, не докинуло. Может, спел про вас, не умела я, очи черные, скатерть белая.